Здравствуйте, я Ольга Апель, и мы продолжаем диалоги о Таро. Сегодня в студии наш постоянный гость, преподаватель школы Таро Юрий Хан. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Юрий, знаете, какой меня вопрос заинтересовал? Вот кто приходит к вам на занятия? Это больше женщины, это мужчины? Что их интересует? Они приходят с проблемами или их интересует познание своего будущего? В основном женщины, потому что они более доверяют чужому мнению. А мужчины больше рассчитывают на себя, поэтому мужчины приходят только в серьезных вопросах, зная того, к кому пришли. Проблем бывает много у людей, с которыми они приходят, начиная от личных отношений, бизнес, здоровье даже. В нашей школе мы отвечаем на вопросы здоровья. Вот. Кроме того, это всякого рода ситуации жизненные, поездки, отпуска, работы, профориентация, ситуация с детьми. Очень много вопросов психологического толка. Вот. На все на это можно ответить, но природа этих ответов, она очень необычная, и Таро – это своеобразный инструмент. Угу. Собственно, что делает таролог и что делает гадалка, которая смотрит на Таро? Она считывает ответ, который есть в голове у человека, угу, на собственный вопрос, угу, но он этого ответа не знает. Просто каждый человек, имея вопрос, имеет и ответ, лучше, чем кто-либо другой. Но поскольку сам клиент этого не слышит, мы за него считываем этот вопрос, ответ, извините, считываем с помощью карты. Бывает, что приходят просто из любопытства? Бывает, но это очень редко. Очень редко, потому что все-таки это... для этого надо приехать к гадалке, для этого надо заплатить деньги, для этого надо потратить силы. И уж так уж совсем от нечего делать, люди не едут. Новое слово прозвучало от вас – таролог. Ну, таролог – это человек, который занимается Таро. В основном Таро используют для гадания. Вот. Гадание может быть диагностическим, описание, что с человеком происходит, может быть предсказательным. Ну, хороший таролог, который владеет Таро, он знает, в какой степени можно предсказывать, в какой нужно предсказывать, а что зависит от самого человека. То есть он подсказывает человеку пути развития ситуации, подсказывает варианты того, что будет при одном его поведении или при другом. Юрий, скажите, а как происходит процесс гадания? Ну, человек, приходя, задает вопрос, который его интересует. Правда, надо сказать, что у каждой гадалки процесс гадания по-своему построен. Гадалки. Я могу рассказать, да. Могу рассказать, как это происходит у нас. Когда я раскладываю карты клиенту, я выступаю в роли гадалки. Задаются вопросы, задаются все вопросы, которые есть у человека, начиная с главного, который больше всего интересует. Этих вопросов не так много. Настоящих вопросов, которые волнуют человека, никогда не бывает много. Поэтому я решаю для себя, каким раскладом я буду пользоваться, и раскладываю карты. Все, что нужно сделать клиенту, это задать вопрос. Как я это делаю? Что я делаю? Это мой механизм, мое дело. А существует ли какой-то первоначальный процесс подготовки перед гаданием? Ведь может такое случиться, что люди приходят несколько зажатыми, либо не могут сфокусироваться на конкретном своем вопросе. Что вы для этого делаете, чтобы их немножко раскрепостить? Ну, сначала я расскажу, как они приходят. Бывают люди, которые приходят с целым списком вопросов, и, в общем-то, они растерянно в нем роются. Потому что готовится к этому как к уроку в школе или как к экзамену. Вот. Хотя на самом деле человек, который имеет вопрос серьезный, о котором переживает, ему записывать его не надо. Поэтому я обычно советую так: вы расслабьтесь и вспомните, что вы хотели спросить на самом деле. Не все в подряд, а то, что важно. Вот. А расслабляются люди по-разному. В общем-то, это зависит от того, насколько ты с ним правильно общаешься. Вот. Хотя интерес к судьбе человека в данный момент времени, он расслабляет человека. То есть, когда приходит клиент, он хочет, чтобы заинтересовались его вопросом. Ты искренне интересуешься вопросом, но никто не скрывает, что эта заинтересованность длится только пока идет прием. Потом ты забываешь и вопрос, и клиента. Но это правило любой гадалки – клиента забывать после того, как ты его принял. Чтобы не грузиться самому, иногда я даже не помню имя человека, который встал за стола, хотя только что был погружен в его жизнь. Внешние атрибуты какие-то присутствуют? Они присутствуют иногда, и у разных опять гадалок по-разному.
Я сейчас почти ничем не пользуюсь. Есть обязательная только тряпочка, на которую раскладываются карты. Это некая дань уважения колоде. И, в общем-то, цыганки раскладывали на платках, потому что клали на земле. На траве это неудобно делать. Можно ставить свечки, можно ставить камни, можно ставить благовония, можно ставить хрустальные шары или воду. Это разные стихии. Кому чего лучше для настройки. Но вообще-то хорошая гадалка настраивается на вопрос без помощи чего-либо. Поэтому, если кто-то задает вопрос о своей проблеме, то настоящий врач не нуждается в специальной настройке на пациента. Давайте тогда поговорим о значении карт. В прошлых программах мы говорили о значении карт старших арканов. Ну, обо всех картах мы поговорить не смогли. Давайте продолжим этот разговор. Давайте. У нас следующая карта – карта «Сила». Угу. На ней нарисована девушка со львом. Здесь очень важно, в какой ситуации находится девушка. Лев – дикий хищник. Угу. Она рядом с ним, больше никаких людей рядом нет. Ну, кто же пойдет за дрессировщицей в клетку ко льву? Поэтому в этой ситуации ей придется принимать решения только свои. Никакие ненаведенные решения, ни советы со стороны не помогут. Угу. Она за все отвечает сама. Здесь нельзя расслабиться, нельзя испугаться, нельзя заснуть, нельзя отвернуться от льва. Ты все время сосредоточен и сконцентрирован на том, что происходит. Угу. Конечно, это опасная карта. И лев не только благородное животное, но это хищник, который может ее съесть. Поэтому она руками закрывает ему пасть. Она не гладит этого льва, она контролирует его. Угу. И вот эта необходимость принимать решение делает эту карту главной картой сознания. Угу. Собственного сознания и собственного принятия решений. А если такая карта выпадает мужчине? Ну, мужчина в данном случае будет поступать так же, как и нарисовано на этой карте, контролировать ситуацию. Вот. Просто мужчина иногда может выступать в роли льва. Угу. И если речь идет об отношениях, то мужчиной будет являться лев, а женщиной будет являться девушка. Угу. Но в принципе-то одно и то же. А какие-то конкретные примеры можете привести? Ну, в гадании эта карта будет означать, что вы попадаете в ситуацию, где вам никто не помешает действовать, как вы хотите, и вы действуете на свой страх и риск. В общем, риск – благородное дело, эта карта это означает. Угу. Замечательно. Ну, следующая карта у нас – карта «Отшельник», где стоит… Какое-то одиночество за этим. Да, конечно, одиночество в этой карте есть, но иногда так хочется побыть одному и так разобраться в своих проблемах и в себе. Поэтому «Отшельник», он не убежал от общества, он просто сконцентрировал внимание на том, что интересует его. Он не отвлекается по сторонам, поэтому лампа, которая у него в руках, она освещает только то, что ему интересно. Поэтому, когда вы чем-то заняты интересным, вы не видите ничего снаружи. Поэтому мы сейчас с вами находимся в ситуации отшельника. Мы сидим на свету, но вокруг темнота. Мы занимаемся тем, чем хотим заниматься, обращаем на это внимание, но при этом нас не интересует окружающая среда. Так что это очень полезная карта для сосредоточения, раз, и для серьезности, два. Конечно, отшельник может означать и человека пожилого, но это не совсем пожилой человек. Это человек, умудренный опытом, который не разменивается на мелочи, который не отвлекается по сторонам, не считает ворон, что называется, занимается своим делом. И, как выясняется, ему очень мало надо. Обратите внимание, он стоит на горе, а у него горит фонарь. Спрашивается, откуда керосин? У него ведь ничего лишнего. Он взял только то, что нужно, и этим может пользоваться. Поэтому каждый из нас периодически хотел бы оказаться в роли отшельника, когда ему никто не мешает, и когда он может заняться тем, что ему интересно. Эта карта подтверждает реальность или она дает какую-то перспективу? То есть я могу узнать, что завтра будет? Каждая карта в колоде может описывать как реальность сейчас происходящую, как прошлое, так и перспективу. Это зависит от того, в каком месте в раскладе она лежит. Поэтому карты многозначны. Я по этому месту попадания в раскладе карты могу определить, о чем она говорит. То ли о психологии человека, то ли о ситуации, то ли о его будущем, то ли о его прошлом. Поэтому это зависит уже от гадалки, от умения раскладывать расклады. Итак, следующая карта у нас «Колесо фортуны». Очень интересная карта, очень многозначная, спорная. Уж как ее только не описывают, потому что она не образна, она символична. Образ тут
отсутствует, это сплошной символ. И символ вот о чем говорит. Жизнь крутится, жизнь нас крутит. И от нас зависит, кем мы будем. Теми людьми, которых закрутила жизнь в суету. И тогда мы превратимся в этого человека с собачьей головой. Либо мы окажемся сфинксами, которые спокойно сидят и наблюдают за тем, как крутится жизнь. Все вокруг суетятся, но сфинкс не дергается, он сидит спокойно. Поэтому либо вы участвуете во множестве различных ситуаций, либо вы просто наблюдаете за этими ситуациями и выбираете, какую из них принять как свою. В общем говоря, можно ходить вокруг кого-то и смотреть на него. А можно быть ведомым кем-то. Знаете, есть такая фраза «черт крутит». Так вот, суета нас закручивает. Сфинкс – очень хороший образ на этой карте. Он, в отличие от этого собакоголового человека, не крутится на колесе. Он сидит и смотрит, и контролирует и вращение колеса, и свою жизнь. В этом смысле это очень умная и алхимическая карта. Здесь много алхимических символов, но это более углубленное изучение. И Таро, астрология, алхимия позволяет понять, что здесь нарисовано. То есть эта карта дает человеку возможность подумать, что у него есть выбор в данной конкретной ситуации. Да? Правильно я вас поняла? Очень правильно. Я даже сказал бы так, что все карты и все Таро служат для того, чтобы человек подумал и сделал выбор. И самое главное, чтобы он понял, что выбор он может делать сам. И единственно правильный выбор, который сделал он сам, хорошо подумав. И вот в данном случае это анализ ситуации, карта «Колесо Фортуны». Самая тарошная карта, можно так сказать. Это карта анализа и клиента, и его вопроса. И вместо того, чтобы идти на поводу у вопроса клиента, можно оценить клиента, посмотрев на него с разных сторон. Это очень врачебная карта, она диагностическая. Вот. И она логическая. То есть с ней более всего связан, например, Шерлок Холмс. Метод дедукции и индукции. Вот. А как в раскладе она? В раскладе она будет говорить, что вам придется разбираться с тем, что вы делаете. Если вы не разберетесь, вы можете попасть в ситуацию неподходящую. Поэтому прежде чем входить, 7 раз отрежьте, да? Вот так. Ну, 7 раз посмотрите и решите, куда вступать. Вот исходя из того, что вы рассказываете, мне очень нравится второе, что они все-таки не дают каких-то конкретных прогнозов, а заставляют думать. Правильно я понимаю? Правильно, конечно. Таро не заставляет принимать решения. Оно не дает конкретных прогнозов. Конкретные прогнозы может дать гадалка, которая пользуется Таро. От того, в чьих руках находится колода, зависит, что получит клиент. Прогноз, предсказание, которое его пугает или которое его обязывает. Либо варианты получит того, что может быть. А может, получит советы. А может получить даже совет такой: вы никого не слушаете, даже меня, у вас все хорошо, вы только сами все решаете. Тогда зачем пришли, да? Пришли для того, чтобы это услышать. Я еще раз повторю, что клиенты приходят к гадалке или к тарологу, а не к картам. Они приходят не к Таро, а к человеку. Человек этот пользуется картами, как инструментом. Но когда вы доверяете не картам, а тарологу. Я бы вам доверила. Ну, я очень надеюсь, что каждый человек может вызывать доверие, может заслуживать доверия. Но от того, что вы доверяете картам Таро, идти к каждой первой встречной гадалке нельзя. Наша программа подходит к завершению. Я надеюсь, что в следующей программе мы с вами поговорим об остальных картах колоды. Спасибо, что пришли, уделили нам время. Вы, наверное, что-то хотите пожелать нашим телезрителям? Я хочу пожелать зрителям, чтобы они интересовались Таро. Может быть, впервые заинтересовавшись и увидев эту колоду, они присмотрятся к ней, присмотрятся к тем людям, которые называют себя тарологами, гадалками, и будут разбираться в них. Может быть, кому-то поверят. А вы смотрели «Диалоги о Таро», и у меня в гостях был преподаватель школы Таро Юрий Хан. С вами была Ольга Апель. Всего доброго. До свидания.